У нас с вами в общей сумме... Короче, смотрите, 9 контейнеров, плохая компания. 5 контейнеров, просто космос. 5 мистических контейнеров. И черный ящик. 5 штук. Начну я, наверное, с черного ящика. И будем... Короче, черный ящик, мистические, и потом с вами по возрастающей, короче, как они расположены, так их и откроем. Мне кажется, вот это вот вообще просто идеально подходит. Все, погнали. Я ни на что не рассчитываю, я даже не знаю, что мне нужно. Мне нужны, ну, может быть, какой-нибудь уничтожитель, ну, а так, в принципе, просто посмотрим, что выпадает. Погнали. Так, что там, черный ящик второго уровня выпал. 200 голды, ок. 400 голды, погнали. Черный ящик второго уровня, неплохо, 300 голды. Все крестики поставили. Открываем еще. О, нам с вами с 5 контейнеров выпало 3 черных ящика второго уровня. По-моему, вообще годное открытие. Открываем. Черный ящик третьего уровня. Черный ящик третьего уровня. Не, но это годно, это годное открытие. Мы уже с вами, получается, сейчас будем... Какой? 9-й, наверное, контейнер открывать. Жесть. Черный ящик 5-го уровня выпал, черный ящик. 900 голды, мне нравится. 5-й... Что? Что? Это что вообще? Это что? Четверка, пятерка. Короче, две четверки, две пятерки, одна четверка. Какого фига? Давайте четверку откроем. Что? Пацаны, вы что творите? В чатике это все ваши крестики. Шестерка, пятерка, 1000 голды. Осуждаю, пишет. Ё-моё. Это... Короче, у нас с вами 3 пятерки, 1 шестерка. Офигеть, давайте еще смотрим. Шестой. Хорош. Открываем еще. Ну вот с этим уже не повезло. Но полторашка голды, как бы, кайф. Полторашка голды. Ну тут уже как бы с этими ящиками не повезло, но как бы понимаете. А у нас еще 2 шестого. 2 шестого. Открываем. Тысяч 600 голды. Я сейчас ору просто. Это что такое, игра? Ты что делаешь? Это что? Это что, блядь? Это я их никогда толком не открывал. Мне так никогда... Вы посмотрите. Бля, жесть. Жесть! Это что вообще? Открываем еще. 2000 голды, найс. 6600, пойдет. Д-
девятка. Черный ящик 9 уровня, пацаны. 9 уровня, 3000 голды. Мы с... Давайте девятку открываем. Сюда. Сюда. Слушайте, ну если бы сейчас какой-нибудь десятый выпал, я бы вообще тогда улетел, но... Блин, это жесть. Давайте с... вот чисто вот сейчас посчитаем, сколько мне с 5 контейнеров... как они называются-то? Черного... С 5 черных ящиков сколько мне выпало приколюх различных. Блин, ну тут, конечно, считать, смотрите, получается 600, 900... 1200, 1500, 1800, 1800, 200. Я уже сбился из-за этого. 200, по-моему. 2400 условно, ладно, 2600. 2600 и 900. 2600 и 900, это сколько будет? 3500, 3500 и 700, 4200. 5200. 5200. 6500. 6500 и полторы, 7, 8, 8, 9,5, 9,5 и 1600. Ребят, посчитайте, пожалуйста. 10,5, 11,100, 11,100 и 1600. Блять, 11,100 и 1600, все, математика уже... 12,700 получается, 12,700 и 2, 14,700... 17700 и 5. 22500, если я правильно насчитал. 20700. Это охренеть. 22700 там, по-моему. 22700. Ёлы-палась, 80к голды теперь у меня, что ли? Богатый дед. Ладно, смотрим дальше. Смотрим дальше. Давайте мистики. Ну... Столько голды, ой, столько голды, столько этого, свободки. Ладно. 50 тысяч серы. 4К. 100 золота. 7 тысяч. С мистиками мне вообще не везет. Ну, с ними очень давно не везет. Мне когда-то очень жестко повезло. Я с 20 мистиков выбил 3 танка или 4 танка. А сейчас мне все перестало подкручивать на мистики. Ну, давайте открывать просто космос. И дальше уже плохая компания, все дела. Давайте просто космос. Пойдем. О, вот это вот, это вот, вот же больше на меня похоже, вот то, что сейчас выпадает. 28 тысяч свободки, это мне надо, это мне надо. Я там сертификат как раз объединить надо до легендарного. Пойдет. Наш черный ящик любимый выпал. Окей. Пять тысяч, понял. Ну, как бы поняли, да? Так, давайте черный ящик откроем. Черный ящик 2 уровня. Идем дальше. Черные ящики вообще имба. Голды. Ну все, с черными ящиками мне и так слишком жирно сегодня повезло. Ну и остается у нас 9 контов, плохая компания, ребят. Честно, вот отсюда я, конечно, хочу какого-нибудь этого, уничтожителя выбить.
Потому что все остальное, мне ничего не надо. Вот уничтожитель было бы неплохо, но как пойдет. Если не выпадет, так не выпадет, пофигу. Вот. Потому что все равно это как бы подарочек от подписчика. Светильник Джека, понял. Давай дальше. Теслаган. X5. Аватар ведьма. Ну хз, хз. Понял тебя, Том. Я работаю на заводе по сборке танков, так почему мои шансы выпадения классных вещей из кантов такой маленький? Блин, братан, не знаю, правда. Нифига ты где работаешь, интересно. Спасибо за поддержку. Так, аватар Хельсинг. Блин, короче, аватары одни что-то падают с этих контов. Даже голда не падает. 750 голды, вот только про голду сказал. Аватар, а не аватар. Осталось два конта, кстати. 1000 золота. А 1000 это, по-моему, гарантированная награда просто выпала. Поэтому косарь голды дали. Там 10 контов уже открыл, получается. Ну, как бы вот так вот, ребят. Вердикт. Черный ящик люто меня забустил ак по голде. 5 черных ящиков просто окупили себя на 300%, наверное. Это реально жесть. Давайте музычку вырублю. Вот. Остальные конты, ну, сами видели, то есть, ну, такое, прям вообще такое, особо не повезло, не подфартило, ну, как бы, куда еще фартить, если там мне и так нормально нас накинули, поэтому я теперь прям могу себе позволить какую-нибудь десяточку еще купить, если она в продаже будет.